Есть, пошло. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ярослав Мудрый-Воронцов и Академия Успеха на Позитивной Волне. Сейчас я хочу испытать себя, свою силу воли, свое мужество и испытать чувство адреналина, которое возникает у меня уже сейчас в предвкушении прыжка с этой высоты, которой нет где-то порядка метров 15 будет, да? Метров 12 точно есть. Да, то минимум 12 метров. Минимум 12. Я никогда такой высоты не прыгал, самое большое это было 5 метров. И вот сейчас я вдохновленный примером других ребят, которые никогда этого до этого не делали, я тоже хочу это сделать. Уверен, что у меня это получится. И я сейчас с криком «Ура!» я это сделаю. Окей? Прекрасная матаджи, которую зовут? Леся. Леся, она запишет момент. Я надеюсь, что все будет здорово. Там пишет камера, да? Да, он пишет. Супер, окей. Машина. За нами приезжай. Я сейчас приезжаю. Не разом. Уже без питания. Видишь ты? Кадр. Успокойся, нормально. Так, подожди, Ярослав прыгает. Колям, вы будете прыгать? Да, конечно. Давайте отсюда прям сниму. Блин. Так, подождите, ребята, подождите. Сейчас. Да не, да вот отсюда. Ну? Дивись. Жирмиками. А вот там тоже не пора, батя будет толстый. Так, все, дружи, иди себе там пей. Цепись от кого. Я понял, все. Первый раз, ну, люди. Нормально.